Не могу есть фрукты. Знаю, что они полезны и все такое. У меня на них нет аллергии, да и позволить я их себе могу. А муж уже лет 5 не пьет пиво после того, как пожил в Германии. А я попробовал вкуснейшие фрукты в Греции, Турции, Египте, не могу даже смотреть. Деревянные авокадо в пятерочке. На Шри-Ланке манго, папайя, джейфрут можно найти по цене нашей картошки. И они настолько вкусны, что я полюбила ими завтракать. Ты удивил, концентрированный сок без химии, который разбавляется 1:7. Представляю, как бодяжат наши производители сока в пакетах. После такой диеты чувствую себя очень легко. Фрукты здесь настолько сочные и сладкие, что временами забываю про любимый шоколад. Всем море позитива и подписывайся на мой телеграм-канал, там много интересного.